Я потом идешь еще. Потом только шиву Здесь представлено 7 дизайнеров. Если есть интересная идея, мы всегда открыты тому, чтобы помочь. Просто не нужно бояться. У нас всегда вот, а что если, то давайте сделаем ровно 5 минут. Они могут упасть, но пока смотрят, потому что они красивые, занимаются спортом. Спорт – это парень танцы уже. Я дизайнер украшений из жемчуга. И некоторые из моделей, которые сегодня представят дизайнеры, в моих украшениях вы увидите. Изделия из стекла. Микро такие маленькие небольшие статуэточки. С Украины вы репатриировались или приехали сюда на выставку? Приехали специально сюда на выставку, увидеть прекрасный город Тель-Авив, этих прекрасных людей красивых. Попасть на съемки. А с Украины откуда? Это славный город-герой «Желтые воды». Обучение кубы, которые перерастают в бизнес. Делаю филигранные изделия, разные красивые, с камнями, амулетики для счастья. Сегодня такой показ-мод. Я хотела прийти, чтобы быть красивой. Я люблю сниматься на фильмах. Меня еще показывают по телевизору. Не улыбай. Верочка. Не улыбай. Верочка. Мы эльфы. Все дети, которые вокруг нас, они наделены волшебной силой, они особенные, но вынуждены скрывать свои особенные способности, потому что родители, учителя не понимают их и требуют от них быть обученными. Поэтому меня выбрали на показ моды эльфы, тети и девочки. Мальчики, которые ходят на показ моды, там уже не веселятся, так серьезно, так перебиваются.